Я свяжу тебе жизнь из пушистых махеровых ниток. Алена Бекулова с музыкой с детства. Сегодня на ее сольные концерты собираются полные залы. А вся Россия знает ее прежде всего как актрису кино и сериалов. «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Татьянин день», «Короли игры», «Дыши со мной», «Вкус граната» и многие другие. Ты посмотри, а, Вер. А хотелось бы тебе вот с этим? Чего хотелось бы? В кафе мороженое сходить. Нет, не хотелось бы. Ой, Верка, ну какая же ты безрадостная. Зато ты у нас сплошное счастье. В своих интервью Алена Бекулова признается, что любит старое кино, советское и западное, гораздо больше, чем современное. И актеры того времени для нее пример. Алена Бекулова – коренная петербурженка, с отличием окончила Государственную академию театрального искусства в городе на Неве. Сразу после диплома начала сниматься в кино. Актрису можно увидеть и на театральных сценах, а моноспектакль концерта жизни Эдит Пиаф «Жизнь в розовом цвете», автором и режиссером которого является сама Алена, имеет большой успех не только у зрителей, но и критиков. В репертуаре Алены Бекуловой русские романсы, французский шансон и песни собственного сочинения. Поклонники говорят, что особенно любят композиции из любимых кинокартин в ее исполнении. Так напоследок,